Здравствуйте, приветствую вас на канале Креселбук. Сегодня у нас на обзоре пришла новинка к нам от компании Asan, моделька One 360. Рассчитано оно для детей от самого рождения и по росту, скажем так, 145 сантиметров. В среднем это 7-10 лет, опять же, кто как растет. В принципе, очень похожая на все другие поворотные модели. То есть принцип у них практически одинаковый. Единственное, конечно, отличие — это качество материала. Оно более мягкое. Внутри уже идет встроенная поролоновая вставка. Также широкая. Фиксируется, конечно же, в автомобиле при помощи системы EasyFix. EasyFix здесь выдвижной, нажатием на кнопку. При необходимости можно его поставить на штатный ремень. То есть, если что, все это указано. По бокам кресла есть такие мини-инструкции. Также имеет якорную систему, конечно же. Фиксация, раз. Зафиксировал. Наклон по ходу движения 45 градусов. Против хода движения здесь он идет 65. Но опять же, обратите внимание, кресло с рождения не лежачее, как многие, допустим, с форфеллой, да, сравнить. Здесь желательно что-то подложить еще дополнительно под низ. Хоть и выравниватель есть, но оно все равно более сидячее. То есть нагрузка с рождения на спину ребенка будет больше, чем в других моделях. Вращается легко. То есть, опять же, очень нравится мне здесь плавность хода поворота. Это отличительная, наверное, особенность от других, что оно очень плавно поворачивает. Раз, защелкнулся. Ничего нигде не цепляет, все очень легко, грамотно, то есть без каких-то лишних шумов, скажем. Ставится в дальнейшем по ходу движения. Комплектуется, опять же, оно выравнивателем. То есть вот такой небольшой выравниватель, но, повторюсь, его маленько недостаточно. По мере роста это все убирается. Регулируется подголовник. Здесь, кстати, вот, ну, вот так подворачивается, все закрывается. В принципе, спинка мягкая, то есть не жесткая. Но опять же, есть момент, вот этот провал, насколько он будет удобен, честно, показать не могу. Но сама по себе она мягкая достаточно. Широкие накладки, резиновые вставки специальные, чтобы у ребенка не на плечах, скажем так, не слетали, они фиксированы, плотно прилегали. Неплохой запас ремней. Ремни также складываются один в один. То есть замок здесь такой прям достаточно мощный и фиксируется. То есть когда загорелся зеленый индикатор, значит замки у нас пристегнуты. По стандарту после 18 килограмм мы их убираем. Фиксируем ребенка как взрослого штатным ремнем. В подголовнике у нас есть такое небольшое наполнение. То есть не пенопласт, а такой как вспененный какой-то пенополиуретан, что ли. Материал также весь снимается, стирается. Хотелось бы отметить дизайн автокресла, то есть оно выглядит реально очень дорого, качественно. То есть все сделано достаточно грамотно. Плюс боковая защита. Здесь она, я бы сказал, сделана больше для красоты. Внутри там присутствует наполнение, но это не пенопласт. То есть насколько она будет снижать нагрузку, сказать не могу. Но сделана так, как под боковую защиту. Полностью кресло сертифицировано. То есть сертификат, соответственно, у него европейский идет. Материал, опять же, на резинке все снимается и стирается. Чтобы снять с EasyFix, достаточно нажать две кнопки. Раз. Два. Мы его отстегнули. Переносить, в принципе, кресло можно за ремни. То есть по весу, я думаю, килограмм 6-8. В принципе, неплохое соотношение качества за свои деньги. Вариант очень даже неплохой. То есть, если кто-то смотрит именно хорошее качественное кресло. Asan, кстати, это дочерняя компания Britex. По качеству они, конечно, чуть... Ну, если мы сравниваем Britex и Asan, да, это уровень, конечно, пониже гораздо. Но и цена у него другая. Находимся мы в городе Красноярск. По городу действует бесплатная доставка. По России отправляем любой удобной транспортной компании. Также есть филиал в городе Абакан.